Добрый день! Меня зовут Татьяна Широких, и я специалист по технике компании LBR. Сегодня мы посмотрим в работе Борону дисковую Diamond Disc американского производителя Summers. Дисковая борона Summers Diamond Disc предназначена для работы по стерне, по дернине, по тяжелым и каменистым почвам. Работу по сложным почвам с растительными остатками стерней обеспечивают установленные на бороне Summers диски с диаметром 660 мм. Они установлены на расстоянии 25,4 см друг от друга. Дисковые ножи с регулируемыми чистиками. Диски не забиваются растительными остатками в процессе работы. Максимальное давление на диск 121 кг. Увеличенная масса машины способствует равномерной нагрузке и распределению массы по всем дискам, что обеспечивает обработку на нужную глубину по всей ширине захвата. Глубина обработки составляет до 15 см. Каждое колесо оснащено гидравлическим цилиндром, регулирующим и контролирующим глубину обработки дисков. Рыхление почвы происходит за счет того, что первая и вторая секция дисков перемешивают почву в противоположном направлении. Также Summers Diamond Disc подойдет и для посевных работ. Финальным рядом в бороне установлены пружинные баронки-загортачи с регулируемым углом атаки. Именно такая конструкция бороны позволяет ее использовать и на предпосевных работах. Чаще всего для сеялок, работающих по технологии мини-тил. Данная модель бараны 8,5 метров агрегатируется с трактором Бюллер 3435 мощностью 435 лошадиных сил. Дисковая барана Summers Diamond Disc тянется за трактором равномерно, благодаря конструкции длинной плавающей сцепки, которая несет только собственный вес. Благодаря ромбовидной конструкции рамы бараны диски можно не выглублять даже на разворотах и поворотах, что экономит время на почвообрабатывающей операции, а также сокращает расход топлива. Батарея дисков установлена на C-образной стойке. При встрече с камнями, пнями, другими посторонними предметами помогает амортизировать колебания, толчки, что увеличивает срок службы подшипников и дисков. Топицы изготовлены из ковкой отливки и обладают большей прочностью. Диски Колтера предназначены для выравнивания осевой линии, чтобы обеспечить ровность обработки почвы. Баронка снабжена гидравликой для качественного прижима. Борона Diamond Disc с легкостью пройдет по сложному рельефу. Конструкция рамы бороны состоит из нескольких секций, расположенных на 5 парах балансирных колес. Боковые крылья рамы имеют возможность двигаться на 80 см вверх и вниз. Все это обеспечивает очень тонкое и гибкое копирование рельефа в процессе работы, а также позволяет бороне проходить сложные участки поля с повышенной влагой. Хотим отдельно подчеркнуть, что Diamond Disc в переводе с английского языка – алмазный диск. И это название борона полностью оправдывает. Многие наши клиенты эксплуатируют борону уже на протяжении свыше 5 лет. За этот период ни разу не производилась замена дисков. Наработка составляет не менее 30 тысяч гектар. Заинтересовала данная техника? Звоните или приезжайте на наши площадки компании LBR. Узнать цену вы можете на нашем сайте. Ссылка традиционно в описании. Также не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик для того, чтобы первым получать новые видео в мире сельхозтехники. Остались вопросы? Оставляйте их в комментарии, мы с удовольствием на них ответим. На этом у нас все. До новых встреч!